Благоустройство двора в рамках проекта «Лучший двор» обсудили на собрании жителями дома по проспекту Карла Маркса, 481, сообщает телеграм-канале Кировского района Самары. Проект предусматривает устройство парковочных мест, восстановление проезда и тротуаров, благоустройство газонов и реализуется в рамках государственно-региональной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области на 2017-2025 годы». В Красноглинском районе 15 и 16 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате торговли с автомашин. С 8 утра до 20 часов вечера самарцам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельскохозяйственную продукцию. Говорится в телеграм-канале городской администрации. Ярмарка будет работать по адресу улицы Мира, 6. Администрация Самары приглашает жителей за покупками. Самозанятые Самарской области могут разместить свои товары на онлайн-витрине, информируют в телеграм-канале Советского района. Региональные власти организовали специальную интернет-площадку для самарских мастеров, где жители могут познакомиться с их продукцией и услугами. Онлайн-витрина представляет собой раздел единого портала господдержки бизнеса Самарской области mybiz63.ru. В Самарском районе прошла регистрация жителей в системе ГИС ЖКХ. Жители района узнали, как внести показания приборов учета, получить информацию о планируемых проверках и ремонтах, проверить тарифы и получаемые услуги, оплатить счета и пожаловаться на некачественные услуги. ГИС ЖКХ – информационный портал, созданный с целью сделать сферу ЖКХ для граждан проще, целостнее, удобнее и прозрачнее.